करे आ रहा है। Кафе основано в 1986 году. Это комплекс, там сафари можно заказать. Тут номера, ну не номера, наверное, бунгало, скорее всего, стоит 15 тысяч. В общем, все там круто. Номер бунгало стоит 17 тысяч рупий за сутки. Приезжают всякие пожилые англичашки, америкашки. Вот, прикалываются на тигров. Такие. О, тигр, тигр. Мы когда будем старые и пожилые, тоже приедем. Тоже приедем прикалываться. Номер 18 тысяч. Нас тоже будут в такой клетке возить, а мы будем, ай, тигр, тигр. А пока что мы просто приехали, кофейку попили и сдриснули. И поехали дальше. Да, и поехали дальше. Не знаю, куда нас сейчас повезут, но что-то, наверное, прикольное будет, мне так кажется. Репортер вел Сергей Костин. Репортаж. Репортер. Репортировал репортаж, репортер Костин. Вот как. А как сказать, а камеру держал? Камерамен, камеровоман. Камеровоман Кась Костина Анна. Прощаемся, до новых встреч. До новых встреч в эфире.